Мечты сбываются. Губернатор Алексей Русских стал участником акции «Елка желаний», исполнил мечту 15-летнего Игоря Вербина из Лутугинского района Луганской Народной Республики. Подросток занимался музыкой, играл на трубе и барабанах, но мечтал освоить гитару и получил в подарок из Ульяновской области этот музыкальный инструмент. О своих эмоциях Игорь и его мама рассказали руководителю нашего региона по телефону. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» запустило ставшую уже традиционной всероссийскую акцию «Елка желаний». Она реализуется с 2018 года, объединяет тысячи людей, готовых совершать добрые дела и исполнять заветные мечты детей. Представители «Движения первых» и доставили подарок Алексею Русских подростку из Лутугинского района.